И никогда не хочу, чтобы ей было больно. Я сейчас смотрела видео у Гет про поездки с детьми в такси. Насколько важно детское кресло. Я сама, когда езжу с племянником, заказываю тариф детский. В каждом таком авто есть специальное кресло. И оно так же необходимо, как ремень безопасности у взрослого. Посмотрите видео по ссылке, и вы все поймете. Я уже на авторадио. Сейчас чекаем. 8 часов вечера. Концерт. Подключайтесь. Чувство. Мне нужно что-то сделать, чтоб не было так грустно. О, все, успеем. Или, по крайней мере, на сейчас. На какое-то время. Да? Ну, я думаю, навсегда, что уж.